Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по родовспоможению и заведующий отделением патологии новорожденных Светлана Валентиновна Кулебаба и Алексей Владимирович Горшилин. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии. Одинцовский родильный дом – один из лучших родильных домов Подмосковья. Всем это известно. Очень много рожениц приезжает не только с нашего муниципалитета, не только с соседних территорий, но даже из Москвы стремятся это чудесное событие провести именно в нашем Одинцовском родильном доме. Хотелось бы сегодня поговорить о нем, поговорить о перспективах, о развитии, о том, что на сегодняшний день вы предлагаете будущим мамам. Алексей Владимирович. Ну, я расскажу, какие у нас новшества, да, введены с Нового года. Что у нас? У нас каждый понедельник проводится день открытых дверей в 11 часов. Всех желающих собираются в центральном холле родильного дома. И мы проходим обзорную экскурсию по родильному дому. Заходим во все отделения. Потом выслушиваем все вопросы женщин. Они, многие приходят и с супругами, с родителями на открытые двери. Также сейчас у нас читают интересные лекции волонтеры по грудному вскармливанию. С Нового года, еще будучи главным врачом Ольга Александровна, да, сейчас она у нас директор фонда УМС Московского областного, что была введена премия. Каждый тысячный, двухтысячный, трехтысячный и так далее. Что это за премия? Расскажите поподробнее. Какой бонус получают родители? Родители получают хороший бонус. У нас были тысячные роды. Акция проводится совместно с банком МКБ. Была денежная премия в размере 50 тысяч рублей. Следующий у нас будет 2000-е роды. Там обещают шестизначную сумму. Вот сейчас все просто родители, которые смотрят нашу программу, прильнули к экрану телевизора и думают, так, надо высчитать, сколько на сегодняшний день на сегодняшний уже день появилось уже малышей? 1300. Произошло родов, да, малышей больше, потому что рожают двойни. Ну, наверное, где-то будет сентябрь-октябрь. Может быть, даже раньше. Но, скорее всего, в сентябре. То есть, в принципе, нужно держать руку на пульсе, да? По прогнозам, да. Есть возможность у будущих родителей поправить свое финансовое положение, тем более траты с рождением малыша только увеличиваются. Тысячная роженица, да, у нас была женщина по специальности педагог. Вот. Также всем новорожденным дарятся подарки. Не такие, конечно, может быть, массивные, как в Москве, но тоже никого не оставляем без внимания. С Нового года у нас введены по желанию вертикальные роды. То есть многие люди уже читают, владеют информацией, о которых мы рассказываем в открытых дверях. Женщинам предлагаем активно. То есть если кто хочет, да, мы можем рожать как бы традиционно и вертикально. Но сейчас все-таки отзыв какой? Вот отклик от женщин, именно у которых уже это не первые роды, а вот вторые. То есть, например, первые были традиционным способом, а вторые или третий, они решили рожать вертикально. То есть вот если они сами сравнивают, вот чем они с вами делятся? Они очень положительно относятся. И положительные отзывы по вертикальным родам. На самом деле, недавно прочитал статью, что все-таки даже вертикальные роды – это традиционные роды. И где-то только с 17 века были введены в практику горизонтальные роды. То есть до этого женщины рожали стоя на коленях, на корточках или стоя на ногах. В принципе, у нас такие все роды проводятся очень успешно. И по статистике проводились исследования. Количество осложнений у детей и у женщин, то есть достоверные факты, гораздо меньше, чем, то есть, как они, говорят, традиционные способы. Они более физиологические, да. Поэтому и положительно также влияет на грудное вскармливание, вертикальные роды. То есть такие исследования проводились. У нас открыто два отделения. Это отделение детской реанимации и отделение патологии новорожденных. Вот Светлана Валентиновна, заведующая этого отделения, здесь присутствует. Это тоже очень большой плюс. Какие возможности появились именно с открытием этих отделений? Мы не всех детей переводим. Да, многие остаются у нас. После лечения
ну, как бы скажем, ну, не все роды физиологические, да. И поэтому все-таки мы врачи, да, и оказываем помощь и мамам, и детям. Поэтому они остаются в родильном доме. Дальше они из отделения интенсивной терапии переходят на второй этап выхаживания. То есть все в одном роддоме. Светлана Валентиновна более подробно расскажет об этом отделении. Я не буду забегать вперед. И потом спокойно выписываются домой. То есть очень комфортно. Пребывание также у нас там есть кровать «Сатурн». Такая специальная для релаксации, реабилитации новорожденных детей. Также у нас есть платные роды, но они и были до этого. То есть это, Алексей Владимирович, я знаю, что Ольга Александровна очень сильно радовала за то, чтобы появились в роддоме партнерские роды. Именно в рамках ОМС, и это тоже было большой победой. Также, да, у нас было с Нового года открыто 3 бокса. Поэтому я говорю, что многие семейные пары приходят и хотят рожать совместно. Да, это совершенно происходит по системе ОМС, то есть, скажем так, бесплатно. Люди за это ничего не платят. Они сдают определенные анализы, тоже все это в женских консультациях объясняем. Там 2 анализа сдает партнер, и они совместно рожают. И 2 часа находятся. Ну, получается, там, то есть у папы, который хочет быть в этот момент рядом со своей супругой, должны быть на руках анализы. Он должен быть, наверное, он и так одежда. Вот что необходимо с собой он брать в роддом для папы. Так, для папы, да. Сдает СПИД, сифилис, гепатита, Б и С и посев из носа. И все. И с собой желательно иметь какую-то сменную одежду, обувь. Они переодеваются, независимо, в какое время они приехали, суток, они идут совместно рожают. Ну, то есть они вместе поступают в приемное отделение и, собственно, вместе ждут появления малыша. Да, у нас еще не было психолога. До этого у нас работал психолог, да, было много школ, кружков. Она с ними занималась, с беременными, тех, кто находился в родильном доме. У нас в понедельник пришел специалист, значит, тоже, думаю, устроиться на работу. То есть еще больше будет занятий различных школ для мам и, может быть, совместно для пап. А вот насколько это именно востребовано среди будущих мам? Очень востребовано, да. Психолог очень востребован, да. И люди приходят, спрашивают. То, что бывает в женской консультации, мало, они хотят больше. И мы сейчас также работаем на еще большее комфортное пребывание женщины, да, на доверительное такое, чтобы женщина свободно себя вела в родах. Может быть, конечно, это не сразу. Многие женщины не хотят, да, свободны или боятся вести себя в родах, да. И, может быть, тоже некоторые акушеры, гинекологи. Но... Что это значит, свободное поведение в родах? То есть, не все, весь первый период родов, да, пока идут схватки, лежать на кровати. То есть, у нас есть фитболы, можно встать, подвигаться, походить. То есть, как бы все условия для движения. И даже можно даже пережить этот период в воде. В воде, да? Можно, да. У нас есть джакузи для этого условий. Первый период можно, да, побыть в воде. Все-таки в воде первый переносится легче. Мышцы расслабляются. Это все-таки отвлекает и требует меньше анестетиков в родах. Если мы говорим об отделении патологии новорожденных, Светлана Валентиновна, вот расскажите, что у вас там появилось, каких малышей вы туда принимаете? Ну, это отделение создано для детишек с различными заболеваниями, для недоношенных детей, для детей с внутриутробной гипертрофией, с задержкой внутриутробного развития. То есть дети, которые, ну, скажем так, несколько неудачно родились, и для того, чтобы дойти до счастливого момента выписки из этих 6, и создано это отделение. Очень удобно, когда отделение патологии находится именно в стенах родильного дома. То есть малыш с первого своего момента рождения до выписки находится в одних стенах, что немаловажно. Как это было раньше? Вот давайте вот прям вернемся в историю, как это происходило раньше, когда появлялся на свет в Одинцовском родильном доме такой малыш? Это была наша очень большая головная боль, потому что, к сожалению, даже около нашего Одинцовского района не находилось ни одного перинатального центра, ни одного второго этапа выхаживания. Это все подмосковные областные учреждения, и, к сожалению, они практически все находились на противоположном от нас стороне области. Это создавало очень сильный дискомфорт для родителей.
То есть, получается, они должны были сразу после рождения разлучаться, получается, мама с малышом. Так, то есть, малыша увозили, мама оставалась в роддоме одна. Мама оставалась в роддоме, то есть, нарушалось совместное пребывание, нарушалось в какой-то мере, в значительной мере, грудное вскармливание. Мама вынуждена была потом добираться. Не все отделения оставляли мам, то есть, были стационары только дневного пребывания. То есть, это были... Ну, половина лечения как бы уходила впустую, можно так сказать. Сейчас все это происходит на одной базе. Мама не разлучается с ребенком практически вообще. Если даже ребенок находится в реанимации, мама все равно ходит, посещает его. Когда состояние стабилизируется и детки уже становятся более активные, как только позволяет состояние, мы соединяем маму с малышом. Система у нас боксированная, то есть в одном боксе находится только один ребенок со своей мамой. Нету перекрестной инфекции, что очень немаловажно. То есть площадями мы располагаем хорошими. Примерно на сколько пациентов рассчитано это отделение? Отделение рассчитано на 10 человек, и практически всегда оно заполнено. Но этого вот на сегодняшний момент, Алексей Владимирович, хватает? То есть закрываете вы потребность? Ну, на сегодняшний момент хватает, да. Ведь мы же не всех детей можем оставить у себя, и... У нас есть реанимобиль, да, которых всего несколько по области. Свой реанимобиль со своей бригадой. Мы этих детей транспортируем, да, в другие учреждения, потому что не только перинатальные центры, но там просто дети рожаются с различной патологией, которую могли не видеть внутриутробно. Поэтому пока нам хватает, да, 10. Что такое второй этап выхаживания? Второй этап выхаживания подразумевает наличие как бы первого, да? То есть мы принимаем детей из реанимации, где они прошли интенсивную терапию, реанимационную терапию. И на втором этапе у нас мы их уже долечиваем. То есть они получают интенсивную терапию. Затем они получают лечебно-реабилитационную терапию. И потихонечку мы их соединяем с мамой. И далее идет процесс уже обучения и кормления, и ухода, и каких-то личностных моментов контакта мамы с ребенком. А если говорить о недоношенных малышах, которые рождаются раньше срока, вот с какого срока вы можете оставлять детей у себя? Значит, по приказу, по которому мы с травмой мы работаем, мы оставляем детей у себя, начиная с 32 недель гестации. То есть все детки, которые родились 32 недели и более, они остаются у нас. Алексей Владимирович уже говорил о уникальной кровати, которая находится в вашем отделении. Расскажите о ней подробнее и вообще в целом об оборудовании этого отделения, потому что оно очень дорогое, очень современное, очень технологичное. Это совершенно верно. Кровать «Сатурн» – это лечебно-реабилитационная кровать, это наша гордость. Отечественный производитель. Да? Ну, помимо того, что это отечественный производитель, она действительно очень дорогая, и далеко не каждое учреждение может себе его позволить. И вот действительно просто Ольга Александровна нам купила эту кровать. Эта кровать, она играет как бы сразу две роли. Первое, там создается эффект невесомости. То есть малыш погружается туда, он как бы возвращается в свое внутриутробное состояние, где ему было хорошо, комфортно, тепло. То есть это такая вот очень мягкая, очень текучая поверхность, в которой ребенок лежит, расслабляется. То есть расслабляются все его нервные окончания, нервные клеточки, все сосудисты где-то зажатые. Все это нормализуется. И, с другой стороны, новорожденным не показан такой настоящий массаж, а там мелкие-мелкие, мелкоточечные такие массажные как бы моменты имеют быть, которые стимулируют периферическую нервную систему, что тоже очень немаловажно, особенно для слабых детей, которые малоподвижны, малоактивны. Не завидуете вы малышам? Не хотелось ли бы вам тоже полетать и побывать в невесомости? Это желание всех, кто первый раз видит эту кровать. Начиная с сотрудников. Надо сказать, что она, конечно же, небольшого размера. Она действительно предназначена только для новорожденных, только для малышей. Конечно. То есть хочется... Ну, хочется и сотрудникам, взрослых, хочется, да? И мамам, которые видят это, они тоже с удовольствием бы туда вместе со своим малышом поместились. Как организовано наблюдение за вот такими малышами? Угу. Как круглосуточно работает персонал? Каким образом все это мониторится? Персонал, безусловно, работает круглосуточно. Дети, которые получают еще интенсивную терапию, они находятся под непрерывным мониторингом круглосуточным. То есть это они с датчиками, с мониторами, где контролируют
эту жизненно важную функцию организма ребенка. И если что, подается помимо светового еще и звуковой сигнал. То есть это слышат все вокруг. С мамами далее, когда детки находятся, это уже отдельный, совершенно отдельный участок родильного дома, отсек, в котором, еще раз повторюсь, мама лежит одна вместе со своим ребеночком в боксе. И также под, естественно, непосредственным наблюдением медицинской сестры, которая находится тут же в этом отделении. То есть это полностью изолированное отделение? Это полностью изолированное отделение, да, потому что как бы высока опасность. Мы боимся новорожденных детей развития инфекционных процессов. Детки очень слабенькие, иммунитет у них тоже снижен. Поэтому наша основная задача не допустить реализации их внутриутробного фона и, не дай бог, какой-то перекрестной инфекции. Поэтому в этом плане очень соблюдается санэпидрежим. У нас в каждой палате имеется ДЗАР, это устройство, которое дезинфицирует воздух, которое может работать в присутствии людей, что немаловажно. Ну, в общем, наш Одинцовский родильный дом, ну, по всем параметрам, ну, правда, один из лучших. Ну, мы стремимся дальше, да. Какие есть дальнейшие планы, идеи развития? Что бы вам хотелось, чтобы еще появилось, ну, помимо уникальных кроватей для малышей, да, помимо всего того оборудования, которое уже на сегодняшний день есть в стенах роддома? Нет, у нас есть планы по дальнейшему развитию. Ну, наверное, чтобы они осуществились, я не буду о них пока говорить. Потом, наверное, в дальнейших передачах, когда все это воплотится в жизнь, да, мы, конечно, обязательно расскажем. Мы ждем всех пациентов. В этот понедельник было несколько человек из Москвы, из Иста, из других районов, которые заинтересованы как бы родами в нашем учреждении. Поэтому мне хочется еще раз очень это радует, такая ситуация. А мне хочется напомнить нашим телезрителям, что каждый понедельник в 11 часов утра двери Одинцовского родильного дома открыты для каждого. Можно прийти, посмотреть, как все устроено, как происходит самый важный момент в жизни любой семьи. Ну и, собственно, задать все вопросы. Да. Причем на таких встречах не только присутствуете вы, да, то есть есть и узкие специалисты, да, роддома, которые могут ответить, и неонатологи, и акушер-гинекологи, и теперь психолог. Надеемся, да, что скоро появится. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Ну, наверное, Светлана Валентиновна самым маленьким. Маленьким телезрителям я пожелаю миновать наше отделение, родиться, да, здоровыми и доношенными. Ну, я бы хотел пожелать, да, чтобы беременности протекали хорошо, чтобы выбирали наш родильный дом. Мы всем рады. И хочется, чтобы будущие пациенты, мамы, да, избавлялись от страхов, потому что незнание какой-то информации, да, это вселяет какую-то неуверенность, страхи. Поэтому мы ждем вас. Пытаемся быть вам полезными. Самое главное, что все мы работаем на одно общее дело. Да. На создание комфортных условий для того, чтобы рождение будущего малыша прошло как можно положительно. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня в нашу студию. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания.